Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Камбулов Виталий, и я шеф-повар «Руки вверх» бар «Мытищи». И сегодня специально для телепрограммы «Про» мы приготовим свиную вырезку, запеченную в беконе, с молодым картофелем и томатной сальсой. Для свиной вырезки в беконе нам понадобится свиная вырезка, бекон, томатная сальса, соус, молодой отварной картофель, черный дробленый перец, сливочное масло, соль, растительное масло и шпажки, чтобы скрепить наш полуфабрикат.